Урал-бенд под управлением. Да, Александр Браво. Доброе утро, джентльмены! Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро. Вот это точно бодрое утро. Спасибо вам за отличную музыку. А продолжить наслаждение яркими композициями можно будет 29 сентября на концерте «Латина». Угу. Так, музыка каких авторов будет в этом концерте? Ну, известных латиноамериканских авторах. Абрео, например, прекрасный композитор «Mamba No. 5». У нас, кстати, в оркестре работает латиноамериканец. Сантьяго Гальего Аристазабль, всем известный кларнетист из Колумбии. И вот мы ему уделили целый блок национальной музыки. Прямо вот отдельным блоком Сантьяго выйдет на кларнет. Нет, Сантьяго сегодня готовится к концерту. Кстати, моя ошибка. Я его на ЖД вокзал отправил, он сегодня встречает какую-то важную делегацию. Императорский маршрут. Одновременно два мероприятия у нас. Поэтому Сантьяго сегодня там. Так, хорошо. Носителем культуры вы будете удивлять на концерте. Чем еще или кем? Вы знаете, мы будем удивлять нашими солистами. Угу. Прекрасные трубачи играют соло «Вечер в Гаване». Я вообще этой музыки, я расплываюсь обычно песку, слышу «Вечер в Гаване». Прекрасная мамба для четырех тромбонов наши солисты будут играть. Прекрасные кларнетовые соло. То есть мы удивлять будем с собой. Вообще искусственно показывать себя. Поэтому, друзья, мы приходите. Угу. Это будет здорово 29 сентября. Вот прошу уточнить, у нас концерт обычно были ЦК «Урал». А это с ГОДНТ, Дворец народного творчества, фестивальная 12, огромный зал, большой ДК «Уралмаш» на 1200 человек. Вау. Всем места хватит, приходите, будет здорово. А танцевать получится? Невозможно стоять при такой музыке. Усидеть, конечно, невозможно. Это да. Я разрешаю обычно вставать и танцевать в проходах. Ну, кто хочет. Естественно, за вами ты наблюдаю, как не удержаться-то. Это да. А будут ли дружественные коллективы, которые с вами вместе будут традиционно играть? Всегда с нами работает наш детский коллектив. Мы создали детский оркестр «Artitude Band». И вот второй это гимназия «Artitude». И вот второй год подряд уже на всех концертах «Урал-бэнда» начинает второе отделение детский оркестр «Artitude Band». Мы очень горды тем, что мы стали воспитывать молодежь. Мы же плохо воспитываем нашу молодежь, да? Мы занимаемся этим вопросом. Прекрасно. Так, давайте еще раз быстренько повторим дата, время, место и приглашаем. 29 сентября. Буквально на этой неделе уже, в пятницу, 19:00, с ГОДНТ, то есть Дворец народного творчества, фестивальная 12, концерт оркестра «Урал-бэнд», программа «Латина» будет зажигательно, приходите, будет здорово. А по времени сколько будет концерт идти? Ой, концерт «Урал-бэнда» часа большие. У нас такая дурная привычка, 2,5 часа, 2 по часу и минут 20 пауз. Прекрасно. Значит, ждем всех маленьких, взрослых и с чувством вкуса. С удовольствием. У нас есть возможность поговорить про мечты, которые сбылись с оркестром. Но, правда, с одним человеком поговорим. Александр, здрасте. Еще раз доброе утро. Какая мечта сбылась, может быть, ваша или вашего коллектива? Я вам скажу, для экономии времени вообще бойтесь сбывания своих мечт. Одно время, когда я был достаточно еще молодым человеком, у меня был целый список мечт. Uh-huh. И когда они стали сбываться буквально по щелчку, я понял, это опасная штука, когда мечты сбываются. Желательно оставить пару-тройку мечт, чтобы сбывание их было настолько сложно, это будет стимул у тебя ко всей жизни. Когда у тебя мечты быстро сбываются, это тоже плохо. Имейте в виду, хорошего там ничего нет. Так, ну одно. Движение так... все, как говорил ты. Действительно. Одно хотя бы назовите, то, что сбылось. Может, даже самое маленькое. По оркестрам в свое время мне очень хотелось попасть на определенные фестивали. Вот, на базовский, например, фестиваль, так сказать. Да, ну и мы попали туда. Вот, сейчас, скажем так, у меня есть мечта для оркестра, чтобы как бы развернулось наше восточное направление, я именно фестивально-концертный, потому что оркестру необходимо, конечно, гастролировать, что принципиально важно, не только по России. Вот это вот как бы направление. Но я уже думаю, что вы знаете, вообще мечта – это такой задача для работы. Когда ты становишься уже человеком, так сказать, достаточно серьезным по возрасту, ты понимаешь, понятие мечта – это всего-навсего это направление деятельности. Когда ты видишь цель. То как бы к ней идешь. Самое главное – повыше цель ставить. Так, по ходу всякие мелкие тут они так, между прочим, так мы сейчас собираются. Видим новую цель перед нами, все наши телезрители. Это наш солист оркестра. Сейчас будем до нее дотягиваться, передаем микрофончик и начинаем. Артем Новоселов, солист оркестра «Урал-бэнд». Раз, два, раз, два.
marimba and start to play. Dance with me, make me sway. Like a lazy ocean's cognizure, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have your way with me. Stay with me, sway with me. Эта румба длиною в 100 лет. Наша тайна, наш плен и наш бред. Мы плывем, не касаясь земли, исчезая вдали. Только музыка сердца полны, и слова не нужны. И мне хочется шептать одно: будь со мной, будь со мной. When marimba rhythms start to play, with me, make me sway. Like a lazy ocean hug the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bathing in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have your way with me. Stay with me, sway with me. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. And long as love has arrived, and I think God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. If you feel like you feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Call you so much.